Слово пацана. Хороший редактор чувства, да? Ты теперь пацан, ты теперь с улицы, а кругом враги. Тут реально покемончики. Эскейп, руководство по выживанию. Давай выживем. Цель игры. Победите босса башни в каждом из регионов, станет самым сильным тренером палов. Пал Палыч. Ламбол, я выбираю тебя! Пошел ты на... Он не захотел! Короче, его надо избить хорошенько, а потом ловить. Ты можешь дубину сделать? Давай его за палками, пожалуйста. Мама. Давай, давай, пока он... Это наша улица. Доставай покебол, доставай. Да у меня нету покебола. Ты что, придурок? Я его скину. Ты че? А спонсор этого ролика MyCSGO, где ты можешь выбивать крутые пушки для CS2. На сайте куча эксклюзивных кейсов, например, ограниченные серии, различные сборки, кейсы блогеров, бесплатные кейсы, бонусные кейсы, ну и, конечно же, стандартные из CS-ки. Помимо этого есть режимы такие как контракты, апгрейды и сражения. Периодически запускаются события и операции, удобные способы пополнения, быстрый вывод предметов и высокий шанс упадения крутого дропа. Все это ты найдешь на MyCSGO по ссылочке в описании, и введя вот этот промокод, можно получить 35% бонус, а введя вот этот промокод, ежедневный бонус. Если любишь открывать кейсы, открывай их на MyCSGO. Избавь дерево за 4 часа челлендж. На, Пиноккио. Я знаю, кем ты станешь, вруном. Это мое! Я его бью! Человек, но паук. Смотри. Человек, но паук. Это лучше, чем Warcraft и все, что есть вообще на планете Земля. Меня уже все поймали в ловушку ММО. Я готов бить камень. Я сейчас наделаю тут покеболусы. Только лук и отвертка. Пойти покемона отверткой затыкать. Да. Русик, тихо. Мамонт. Стри стрелы. Успей. Он 35 уровня, там не успей, важно. Стрелы, не подходи. Стрелы, мы не хотим тебя скамить. Не надо, мамонт. Ну-ка, я одну тычечку ему. Нет, нет, ну куда? Ну ладно. Пошли сейчас вниз, надо спуститься. Я очень аккуратно. Вообще-то я Человек-паук, не забывай. О, смотри, Dark Souls. Мяукает. Там кися. Тихо, тихо, тихо. Ой, дурак. Ой, красава. Ты поймал Китлз. И что теперь делать с твоим покемоном? Я делаю шашлычки из Чики-Пики. Смотри, них. Все, Гордон Рамзи. Мой любимый актер. Гордон Рамзи. Ножка с яичком. Это просто ужас. Нам надо где-то найти злачное местечко. Здесь древесины нету, вот в чем беда. Я наверх пошел. О, Ламборгини. Сундук волшебный, рарный. 11 стрел, золотые монеты, 74 медикамента. Кайфиев, кайфиев, кайфиев. Вот, ты смотри, там местность для нашего домика великого и палов. Я не могу ходить. Вот тут давай. Так, давай, давай строить я. Пол тогда. Кормушка для малыша, во. Ягодная плантация. О, пастбище для скота. О, это игра года. А всего знаешь сколько палов? 111. Это мало. Я думал, тысяча хотя бы. Какая тысяча, ты чё? Ах вы, чикины, стоять. В атаку, катабаза. Ух, ёб, ты чё, браток? Ну-ка, давай. Он камушек добывает. Стоит, бьет камень. Че он на шахту устроился? Подожди, как отменить, чтобы он это не делал? Я Пал Палыча ща ловить пойду. Че там надо? Камень. Ёшка-матрешка. Алло. Уходи, клещ. Я хочу ягодичную плантацию сделать. Я закинул всех своих пойманных. Палы на базе. А, вот. Выпущенные палы сами найдут работу и приступят к ней. Я сейчас это им поставлю кроватки. Ну я, блин, в здании поставлю пока. Зачем? Зачем ты застараешь здание? Ну а этим холодно будет ночью. Да пошли они нахуй, блядь. Ставь на улицу, блядь. Свиньи конченые. Помоги мне, овца. А, ну я... Извини. Строится время. Да, да. Нихуя, как он быстро. А тебя куда кидает, смотри. А я куда? А, ты тоже не я просто... Что посеешь, что поженешь. Ты чё на эту, блядь, построил? Подвесная ловушка. Гильотину? Пусть плохо себя вести, мы с овцами тебя повесим там. Вот беда пришла, откуда не ждали. Просто, блядь, игра высралась. Твой дракон пришел и блюет на грядке, блядь, стоит. Извините, я не хотел. Просто наблевал. Радостно побежал, что сука. Нас овцы будут батрачить на каменоломнях. Пришел работяга. Вопросов ноль к тебе. Помоги, пожалуйста, я Найтвинга хочу поймать, Сергей, 80 секунд. Ты парашют забирал? Нет.
Ну да как, блин, меня предупредили, мне знать. Не понимаю, причина тряски. Они все разные делают, какие молодцы. Знаешь, что нашел мастера? Яйцо Тимуры. Яйцо Тимуры. Почему у нас безымянная гильдия? Ты хоть гильдию бы назвал? Вон, посмотри, динозавра я назвал. Чминозавр. Как мило! Ты гладил чминозавра когда-нибудь? Он довольный, чминозавр теперь активнее лупит. Ну ёп, ну зачем ты их убил-то всех, придурок? Я вон пошел Гумаса словлю. Это нормально? А чё там камни раскидывает синий пингвин? Чё он делает вообще? А он их я не знаю. Посмотри, что у него в руке, ты видишь? Чё? Топорик. Он в пузе торчит у него просто. Мне вот такие вот сны снились, когда у меня температура как раз была. Чминозавр. Блять, там этого сагрили. Это пи***а, меня Русик убьет нахуй. Чё я наделал? Блять, он убил моего... Я уничтожил всех, он меня убьет. Один херчик живой. Пингвин в коме. Мне еще и еды нету. А, я умираю с голода. А, стоп, что, респаун? Козлы на работу. Все, все в порядке, дебил. Да, спасибо, что спросил. Когда давно не заходил в конфу. Да он меня выбешивает, гад. А, он батон хочет. Он жрать хочет. Ладно, хуйсосы уволены. Вот он, отдел кадров. Я куда-то пошел, меня Русик убьет. У меня есть только один вариант. Русик меня убьет или убьет меня Русик. Причем у меня есть только один вариант, ты сказал два. 49%! Пожалуйста, пожалуйста. Я тибэгаю. 30 часов играешь ты? Да. Я уже все построил, миллионы. Смысла нет заходить сейчас? Да. Ой. Дай кожу. Как, мне с себя содрать или что, ты заебал уже? И Качан лупит неплохо там электричество. Ой, залагал комп! Пикачан. Поймай их всех, я сейчас сдохну. А, Пикачан! О, нападение лопов. Зефирыч. Че такое? Зефирыч, а че? А, это какие-то петухи. Это петуха-пчелы. Пердила использует красные ягоды. Пердила использует красные ягоды. Кот красный. А где твой дракон-то въебал? Он, короче, ленился, сука, и депрессию ловил. И обжирался, как гадан. У него характер хуевый. Волокно у нас все хватает. Два лука ща. Ну-ка, как он? Он три прям стрелы сразу? А, он за одну? Да. Он за одну три выпускает? Да. Кто тканую одежду положил в ресурсы? Не, я точно. Так точно пингвин переодевался. Да, да, так пингвины, они такие, блядь, черти. И что делает гарпун? Нихуя! Чего? Русик. Чего случилось? Я тебе сейчас скриншот сделаю, я не опишу это словами. Нажал сесть на маунта, и вот где я. Мне надо лут как-то будет поднять свой. Твою мать, нет, я не хочу умирать. Ты сдох. Попробую пало кинуть вот туда. Стой, стой, сейчас. Садись на придурка. Давай, прыгай. А крюк кошка. Я вышел! Он вышел, блять, вылупился лысый. Багом меня не взять, суки. Помогите, ёп, я один тут по пане ваш въебываю. 14 секунд, блядь, жизни трачу на эту хуйню вашу плантацию. А вы купаетесь там. Короче, птицу увольняю, нахуй, она ничего не делает. Пикачан просто застыл. Они просто дрыгаются, конченый, смотри. Кожа, волокно. Волокно почему-то у нас не делается, почему? Потому что у нас 142 его. Я в тот раз поставил там и забыл. Помоги, пожалуйста. Что кричишь, блядь? Видишь, ноль рассудок, потому что... И вот я кричу. Я летчик-испытатель. Вуху! Ебать, Warcraft! Это очень клюто. А на шифт он быстрее летит, нет? Да, еще атаковать можно. Бля! Ух ты, ёб... Не, вот это советую сделать, это очень класс. Пойдем спасем, браконьеры держат секретного покемона. Барашек, живи, дружок. Я спас баран. Я так в воду. Бэнг-рэнг фаунд. Бэнг-рэнг фаунд. Что это такое? Сядь, посидим. Он, блядь, он просто здорово. Просто жопа в доме. Я с ума сойду, отыграй. О, 147 камня. Ой, это сон. О, еще здесь 87. И здесь 192. Это сон, это чудо. Я рад очень. Всей семьей строим кокон. Ну, 6 максимум. Я в торговце с ружья уехал нечаянно. Ты что, теперь деревня восстала против тебя? Да. Они... Сейчас туда-сюда слетаю, может, простят. О! Они просто за мной на базу ТП-шнулись, их вся братва моя, жук летит, ебать его.
Ой, блядь. Его просто утопили. И проголодались, все бегут ягоды хуячить. Призилиум я не дам. А, я, кстати, увидел это в телеге, но один прикол, короче. Когда ловишь шин покемона, попробуй залезть на шарик. Постой на нем и увидишь, когда это... Меня засосет? А ты посмотришь. Ну вот, залез. Жди, пока словится. О! Что? Прикол. По таймингу вышел Русик. Ой, всем пока. Всем спасибо за просмотр. Если пропустили предыдущие видео, ссылочки на них вы увидите сейчас на экране. Если вам понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Ну и, конечно же, оставьте абсолютно любой комментарий ниже под видео. В телеграм-канале осталось чуть-чуть до 10к. Давайте добьем, и будет юбилей. Ссылка есть в описании. Ну а я, как всегда, желаю вам хорошего настроения, всего самого наилучшего. Удачи, пока!